Новый год ждете? Конечно. Конечно ждете, да? Да, ждем. Письмо Деду Морозу написали уже? Да еще пока нет. Нет еще. Вот сейчас и напишем. Держите микрофон. Здравствуй, Дедушка Мороз. Дорогой Дед Мороз. Здравствуй, Дедушка Мороз. С наступающим всех праздником. Здравствуй, Дедушка Мороз. Очень ждем тебя. Я вел себя очень хорошо. Я себя очень хорошо вела. Я старался хорошо себя вести. Но не получилось? Нет, получалось. Я целый год себя вела прилично. Прилично, достойно. Вот, поэтому, наверное, заслужила подарок. Я хочу в этом новом году закрыть все свои долги по учебе. И съездить на море. Мы очень хотели бы с внуком попасть в цирк. Хочу, чтобы в следующем новом году у всех моих близких все было хорошо. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Норберт. Я вел себя хорошо весь год. Радости, добра, любви, чтобы он принес в этот мир. И машину. Ну, а она, конечно. Я хочу, чтобы все время было лето. Мне зима не нравится. Все просто. Дедушка Мороз обязательно тебе поможет. Хорошо. С деньгами помочь. А у вас же есть. Где? 200 рублей. В новом году хочу видеть тебя почаще. Я по тебе очень скучаю. Ой, подарок хочу. Квартиру. Ага. Вот Дедушки Морозу. Да. Так. А больше никто не дарит. А твоей любимой внучке Валентина. С любовью. С огромной. От Владимира. От какого Владимира? От внучка Владимира. От внучка Владимира. От бабушки. От бабушки к дедушке. Мальчик Ваня. Напиши так. Я собрал все письма, и теперь осталось встретить дедушку, чтобы передать их. А вот где я его увижу, не представляю. Ну, привет, внучек. Какая случайная и необычная встреча, дедушка. Собрал я все, значит, письма. Скажи, ждать ли тюменцам от тебя подарков? Ну, конечно, ждите, все, кто писал. Хорошо, друзья, и вы пишите в комментарии под этим видео в нашей группе ВКонтакте свои пожелания Дедушке Морозу, и он обязательно их исполнит. А мы поздравляем вас с наступающим Новым годом!